Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала «Самогонщик с Урала». В сегодняшнем видео я не буду показывать никаких рецептов, ничего. Навеяло просто, с одной стороны, похвастать, с другой, на форуме самогоноварения сегодня был задан вопрос, как сделать из листьев смородины настойку, что для этого требуется. Ну, первое, что туда требуется, это залить листья самогоном, дистиллятом, что вот у меня и сделано. Сейчас я ее хочу просто отфильтровать, поглядеть, что у меня получилось, ну и заодно попробую ее. И у меня подошел вот такой вот висельник, который сейчас мы тоже продегустируем. Пока процеживается у меня смородинка, капает она, я продегустирую висельника. Никогда в жизни его не делал, насмотрелся в интернете, начитался отзывов, кто чё, решил сделать. Простоял он у меня около 5 дней, но запах лимона обалденный. Но все равно нотки самогона какие-то есть. Сейчас посмотрим, что получилось, не получилось. Жить ли ему или нет. Ваше здоровье, господа. Ну, запах хороший. Ну что я скажу, висельник — прикольная вещь, но на любителя, не мое. Как-то несколько не то. Может, лимон не довисел, хотя все пишут 5 дней. Может, лимон не такой ароматный, хотя запах есть. А вкус, ну, водка с ароматом лимона, скажем, не особо впечатлило. Что у меня тут немножечко накапало, давайте, одну секундочку. Так, поменяем, а то это у меня что-то несколько уже не то. Свежий стаканчик нальем, свеженацеженного смородиновой. Обратите, какой цвет в банке — темный. И когда процедил чуть-чуть в бутылку, какой стал цвет? Более прозрачный, ну, зеленый. Так, ладно, не будем разглагольствовать. Нальем и попробуем. А она у нас пускай дальше фильтруется через импровизированный фильтр. Ну, ваше здоровье, уважаемые подписчики и зрители моего канала.
это классно. Вот это офигенно. Знаете, ой, даже запивать не хочется. Вкус, вот как будто бы вот так вот, горсть черной смородины взял и съел. И вот этот вкус детства, вкус смородины, именно смородины, не самогона. Да, после этого чувствуется обжигающая именно крепость. Крепость, если мне не изменяет память. Это мне на баночке написано. Крепость 50. Но пьется вообще. Это что-то. Это вот так вот. Одни листья, ничего более. Просто листья простояли. Тоже, чтобы не соврать. Так. 11 дней. В темном месте. Листочки такие стали желто-белые. Слегка зелень все они отдали. Сюда аромат весь отдали. Рекомендую. Вот такая настойка. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Будет еще много всего интересного, познавательного. Вступайте в группу ВКонтакте. Одноименную «Самогонщик справа». Пишите, спрашивайте, задавайте вопросы, пообщаемся, поделюсь всем, что знаю я. Ну, подискуссируем. Спасибо, до свидания.